Сегодня мы выбираем жениха нашей невесте Клавочке. И первый претендент – Егор из Пензы. Клавдия, ты кушать хочешь? Эй, повар, что у нас на обед? Шашлык! Наш следующий жених – Артур из Сочи. Зацепила меня. Слышь, отцепись. Твоей жене все расскажу. Репетируем танец невесты. Лапки подняли. Лапки подняли. Факи показали. А теперь отгоняем пчел. Они здесь летают после клипа «Пчеловод». Попрыскайте средством от насекомых. Ой, блин. Наш следующий жених – Алешенька. Ты чё творишь? Пис-пис-пис. Ты в раковину ссышь. О-о-о. Походу нужен окулист. Да-да-да-да. Хе, Клавка, дай 5. Чё за шляпа? Кто художник по костюмам? Понятно. Мужчина, а вы кто такой? Я тоже жених. Ой, как же ему сказать, чтоб он отстал? Охрана! Уберите его! Ой, блин! А кто женится на Клавке, решайте вы, дорогие зрители. Пишите в комментариях, за кого вы. За Пирожкова, за Элджея, за Монгола или за Крида.